Здравствуйте, я подготовила стихотворение на конкурс «Дети читают стихи». Меня зовут Елена Лепчур. Автор Наталья Майданник. В этот день октябрьского по велению века чествует природа пожилого человека. Если так говорят, человек пожилой. Это мудрость и клад, это фон золотой. Это россыпь таланта и горения в очах. Это наши атланты и в делах, и в речах.